Скалодром для альпиниста с почти 10-летним стажем Алексея Лихобабина – простая тренировка. Подъем и спуск занимает 5 минут. Чтобы подготовить человека к восхождению в горы, требуется от нескольких месяцев до нескольких лет тренировок. Все зависит от высоты, на которую планируется подняться. Там дело в том, что в горах очень низкое процентное содержание кислорода в воздухе. Например, на седловине Эльбруса на высоте 5300 метров в 2 раза меньше кислорода, чем вот здесь мы сейчас с вами находимся. То есть можно представить, если сейчас любого из нас, даже там меня, любого подготовленного, туда забросить и оставить на пару дней или еще заставить ходить, то это гарантированно будет повреждение для организма. Алексей побывал на Кавказе или Брусе в Казахстане. Каждый поход – затратное дело. Только одежда и обмундирование может обойтись в сумму от 100 тысяч рублей. Но даже они не спасут, если у человека есть проблемы со здоровьем. Человек должен быть физически, организм готов к физической нагрузке. То есть нести тяжести, долго там по 8-12 часов находиться в движении, под нагрузкой, и также психологически держать эту нагрузку. Группа, в которой на Казбеке случилось несчастье, погиб человек, состояла из туристов. Скорее всего, любитель экстремального отдыха просто не до конца рассчитал силы. Дина Ислеева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».